А ты рот вообще закрой, чтоб я тебя, сука, не слышал, блядь! Вставайте, парни! Вот так, сука, мы играем, блядь! Голд, козел, видишь мои рога, предпочитаю ночь. Салам алейкум, бродяги, симпатяги, с вами Джабба Ватума. Сегодня у нас просто потрясающий день. Мы с козлами на основном стадионе москвича будем конкретно трахать за Дахин. Вот тем вот ребятишкам в синем устраивать сегодня. Это чисто Питер. Они не знают, что они на нашей территории. Мы будем их наказывать сегодня. Я надеюсь, короче, у нас же спор с Геной Миллером. Мы договорились, что если он выйдет, и я выйду, и мы, короче, будем с ним куваться, как два фифера, только уже не на приставке, а на футбольном поле. Настолько в себе уверен. Настрой боевой, готовы рвать и метать. Крайние полузащитники, падайте в центр. Нужно выигрывать подбор, ясно? Наши соперники все в этом туре играли ни шатка, ни валка. И у нас появилась возможность победе любой, дополнительное, в основное, от них оторваться. Так давайте это сделаем. И, уже решим задачу уже 100% выхода из группы. Вот это игра! Давайте отдадим все силы. Если выиграете, два выходных дам. Давайте, бля! Как меня заебало, что, блядь, каждый матч на нас не ставят. Почитал, блядь, комментарии, блядь. Все, дай бог, мы сыграем в ничью. Всех, кого мы обыграли, они были или слабые, или были, блядь, больные. Вот сейчас мы играем с хорошей командой, которая выходила в прошлом году в плей-офф, блядь. И вот, блядь, сейчас снова есть возможность показать, что, блядь, кто на нас не ставит, просто бараны, блядь. Более того, эта команда, сука, начиная с начала сезона, блядь, оскорбляла нашего президента. Вы прекрасно все знаете, что Дима делает для команды очень многое. Вкладывает, блядь, душу и сердце в эту команду, блядь. И, ребят, вот сегодня нужно не за турнирное положение, не за очки, а за свое уважение, за его желание, за мое желание и возможности, за все то, что здесь происходит, выиграть, блядь. И только вы можете, не я, вы можете этот матч выиграть, потому что вы сильнее. Я в этом уверен на 100%. Если вы сыграете сегодня хороший, не лучший, а хороший матч, то вы, сука, сегодня выиграете. Так вот сейчас выйдите, блядь, и разъебите, пожалуйста, их. Вперед! Козлы! Вперед! Козлы! Козлы! Ну, короче, перед матчем сел на бровочку к чисто Питеру, чисто посидеть, пообщаться, посмотреть внутри, как у них там обстановочка, бояться. Причем все без исключения. Гена настолько обоссался, что даже форму с собой не взял. Хорош, здорово, здорово, молодцы! Без усов, но он! Воробьянинов вылитый! Да тут, блядь, тут ничего не происходит. Побольше снимай тренера, потому что он орёт на всех, и хоть что-то происходит. Здесь! Центр один! Гига, ты, рыба выше! Гига, ты! Выжимай, помогай вторым! Играй! Ой! Играй, набирай! Успеешь! Тренер видит, что я устал. Задышал? Да. Тяжко прям? Ничего, восстанавливайся. Да. Фух, ну блин, на самом деле, выдохся прям очень сильно. Баронки катали, я побегал. 5 минут без остановочки. Все сразу же. Ильин! Ильин, блядь! Ильин, сука! Макс, блядь! Че ты смотрел, Максим? Че смотрел? Я не хочу, Серега. Это я для себя.
Брат, ну поясни, почему ты без формы? Я всем напиздел. Ну, в смысле, всем сказал правду, что мы с тобой будем куваться на поле. Ну, я в форме. На мне даже есть вот эта штука. Я всегда ее сниму и выскочу. Нас слишком много снимают людей, давай просто тупо драться начнем. Ну что, друзья, пока что проигрываем 0-1. Но так все наши игры начинались. Мы проигрывали, а потом отыгрывались. Вышел, блядь, ебаный бот. Славочка! Слава! Отдавай, пожалуйста! Видите, даже часы... Даже... Так приезжайте в Абхазию, мамалыга, фасоль, мясо. Я клянусь, это нашинская кухня, она самая лучшая. Мы черные хорошо людей встречаем, да. Приезжайте, всегда рады. Это наш доктор. Доктор Айболит, посмотрите, я принял ручки. Мягкие. Лучше всех массаж делать. Ее парень, когда строил, был больше массаж делать. У меня к вам вопрос, очень серьезный. Скажите, кто более кучерявый, я или она? Нет, что ты сразу с козырей пошел? Да, я надеялся выиграть, ты! Братан, мне кажется, кучеряшки, вот Господь, когда придумывал, он на твоем пузе челюсть придумал. Родной, в эти джунгли хочется нырнуть. Ну, мы сможем, в общем, выиграть. Ну, да. И моментики есть. Вот сейчас не пропустить, все, не пропустили, значит, забьем. Джефф, задолбал, я не могу интервью давать. Мы два раза низом разыграли! Два опасных момента создали, блядь! Ребят, смотрите, у них отворот когда, вот они встали. Сейчас покажи, Антоха, покажи правую ручку. Пусть сюда все свалятся. Арта, отскочи сюда. А ты понял, он сидит и у нас машину просто перевешивает. Он как короче. Этот, смотрел? Мы по платке у нас так... Я не знаю, застал ты лет, фильм такой был, «Полицейская академия» называется. Да. Там был Хайтауэр, короче. Ты вот Хайтауэр, только ты белый. Ничего. Подвинем сиденье назад. Хотя лучше вынуть переднее сиденье и сесть на заднее. И он когда в тачку садился, в переднее седло выдергивал, блядь, смотрит только на задний фильм с черными, блядь. Нет, там белый был главный компанер. Понимаете? Оборона назад, блядь! Смотри, блядь, сам! Че, ебал, он даже по мячу не попал в воротарь, блядь. На, блядь, как это не пенка, блядь? Эй! Блядь, чистый пенальти был на самом деле. И реф мог посмотреть просто на экран и увидел бы, блядь, считай, вар. Без этого реф, типа, занимался другими вещами. Слушай, ну, чего сказать вот по матчу, если вот без воды, просто по факту. Мы не можем иначе включиться, понимаешь? Нам вот если чуть-чуть нас не зарядить, пару плевух, я покажу плевух. Пара плевух, если нам не дать, мы просто не включаемся. Я не знаю почему. Вперед, козлы! Все, мой спич закончен. Бля, он что, вообще поплыл, жопаный рот. А ты рот нахуй вообще закрой! Чтоб я тебя, сука, не слышал, блядь! Тебя, блядь, ты у меня побелеешь, блядь! А что он сделал? Ребят, давайте, закройте глаз, сядьте, закройте глаз. И вот сейчас мне нужно, чтобы вы представили, как вы боретесь за эти мячи, как вы выигрываете подборы, как вы отбираете мячи, как вы даете точные передачи, даете обостряющие пасы, делаете хорошие сейвы, бьете поворот и забиваете голы. И выигрываете этот матч. Я вас уверяю, если вы захотите, вот сейчас все свои силы оставите на втором тайме, блядь, на этом поле, блядь, вы выиграете этот матч. Так представьте, что вы выиграете. Представьте, пожалуйста. И выйдите, и выйдите! Проигрываем пока, но это ничего страшного. У нас все, всегда первые таймы всегда плохо играем. Сейчас соберемся. Нормально. Коучевский состав, дайте пару комментариев по игре. Пока хуево. И на табло, и на поле. Вот такой конструктив. Еще целый тайм. Ну! Хорош! Здорово, мужчины! Касайчик твой! Да! Пойдет, здорово! Хорош, молодцы! Давай, блядь! Ты только что из меня дручина. Давай! Ну что тебе не хватило, вот чтобы.
чтобы вот что-то результативное действие какое-то сделать, голевушечку там или голес. Я не знаю, прям на целом игра какая-то не идет, блядь, какая-то залуп, залуп играем, не получается, хуй знает, может из-за того, что на поле натурально перешибли и... Ну, уничтожены натуралки. Да и понятно, все, мы все в одних условиях. Я не знаю, честно, я сам, просто не получается. Я говорю, я придумал пульту, короче, и антибиотик против Джеффа, это вода. Ага. Да, и как же она работает? Ну, продемонстрируй. Как она работает? А ты сделай глоток. Вот как ты думаешь, если бы ты на поле был, ты бы выстегнул? 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 Показать как? Да, давай. Оп, вторую. Сел нормально? Да. Поехали, ебать. Блядь, вот так стоим минут 20. Пугаем их. Вставайте, парни! Вперед, козлы! А у тебя задача только за мной ходить, да? Всеми. Блять, я просто как не повернусь ты со мной, бля. У меня индивидуально, знаешь, это опека. Смотри. Гигуна какая. Сюда идем, сука, таймау. Успокойтесь, сейчас красный мяч возьмем. Все нормально, эти 2-0-2, ничего страшного в них нет. А вы чуть-чуть туда поджимайте. Давайте, давайте. Не нужен этот верх, блядь! Вы что, подъебываете, что ли, блядь? Предлагаю так защищать. Вещать? Как тренер? Не, он злой пиздец. Нахуй меня сейчас пошлет. Что это, блядь? Что это, сука? Да. Ну что, друзья, к сожалению, не удалось обыграть чисто Питер. Играли хорошо, особенно второй тайм, и могло повезти, но такое бывает, это спорт, и у нас еще впереди две игры, которые нужно обязательно выигрывать, и мы это сделаем. Увидимся. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пока. Сядьте все, блядь! Кто меня не видит, подойдите, чтобы увидели. Блядь, я просил не мыться! Ну что, сложно, что ли, подождать, блядь? Вот так, сука, мы играем, блядь! Вот так мы играем, блядь! Была установка с первого, сука, тайма! Не играй длину! Подержать мяч! Куда вы нахуй грузили? Была установка! Играть в подбор! Где нахуй он был? Сука, вы все знали, что они играют только этой ебаной длиной, блядь! Только ебаной длиной! На меня камеру направишь, я тебя сломаю, блядь! Они играют через одного крайнего, блядь! Вы или сыграли хуёвый или очень хуёвый матч, блядь! Вышли, обосрались, блядь! Дима, еще раз ты мне скажешь, что ты выходишь, увольняй меня нахуй сразу. Мы играем, блядь, как мы играем, блядь. На тренировках слабый, все нахуй. Сидишь, смотришь футбол, блядь. Половина такое ощущение, что последний матч играет и нахуй заканчивает. Вы что, уже вышли, сука, куда-то? Куда вы вышли, блядь? Не игра, залупа, сука. И самое обидное, что они во втором тайме вообще сели. Они бежать не могли. Сука, они бежать не могли! А вы нахуй не давили, блядь! Мяч под контроль, у них два человека прессингуют! Мяч под контроль возьмите, сука! Под контроль! И за это вы наказаны! Завтра тренировка! И всю неделю нахуй тренировки, блядь! И поебать, хоть одна, сука, мне скажет, что она устала, блядь! Отдыхайте, нахуй!